Вы знаете, что на избирательном участке можно сделать селфи, выложить в Инстаграм, да, с хэштегом «За Владивосток», да, и получить за это приз. Александра на избирательный участок явилась впервые. Говорит, за президента проголосовала, потому что так нужно. А вот про акцию «За Владивосток» услышала давно. В день выборов президента страны 18 марта издательский дом «Бизнес Кейс» запустил фотоконкурс селфи «За Владивосток», в рамках которого можно будет выиграть смартфон, планшет, часы или билет на культурно-развлекательные мероприятия Владивостока. Да. Выложить с хэштегом «За Владивосток» и получить ценный приз. Хорошо. Будет, воспользуйтесь такой возможностью, как считаете? Да. Для участия в конкурсе нужно было в день голосования прийти на избирательный участок, сделать селфи и выложить снимок в своем аккаунте социальной сети Instagram с хэштегом «За Владивосток». В акции приняли участие десятки горожан. Среди них не только юные избиратели, но и представители среднего возраста. Снимки с хэштегом «За Владивосток» принимаются с 18 по 25 марта включительно, а уже 26 марта будут определены три основных победителя, фото которых наберут максимальное количество лайков. Эти участники получат от организаторов акции iPhone 8, iPad или часы Apple Watch. Последующие 10 участников конкурса, разместивших свои фотоработы в социальной сети Instagram, но не вошедшие по количеству голосов в призовую тройку, также получат призы. Билеты на культурно-массовые мероприятия города. Анна Бережная, Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.